Криштиану. Офсайда нет. И сейчас можно забивать под правую ногу. 2-0. 2-0. Криштиану 34-й гол в чемпионате. 101-й гол в чемпионате за мадридский Реал. И все логично. Отличный пас из глубины поля. Какой там, с третьей попытки, да, Криштиану забивает. Сегодняшней встречи. По-моему, с третьей. Вот если смотреть по игроку в желтых бутсах, которые там были в зеленых, по-моему, это был Иниго Мартинес, то офсайда никакого не было. Могло показаться, что был ближе Криштиану, чем два первых защитника. Я всегда так к воротам Браво. Нет, там еще задержался чуть-чуть Иниго Мартинес. Ну, а дальше все было сделано классически. Криштиану имел возможность выпить чашечку кофе, выкурить.